Все, готово. Говори, готово, когда готово. Да я отпущу. Все, все. Остальное давай вечером. Ты сказала остальное давай вечером, да ты что? Ты вот не расчесываешь, сама же потом удивляешься, чего эти волосы появляются. Вот так расчесывать надо, на бок волосы. Я расчесываю на бок, не на бок, а выйди. Все делай, все, застегнись. Все. Ты последняя, сказала, все. Последняя, 2 секунды, вот она. А иначе они опять запутаются, они кудрявые. Все, делай. Я тоже пользуюсь. Поэтому отрезала, что меня взбесили эти волосы. А я их отращиваю. Так, футболку белую. Раз, нашла, найдешь ее? Она на плечо. Мам, да ты думаешь, такая прическа стоит, нет, чё? Смотри, тут вяз, не ходи ко мне. Сюда не ходи ко мне. Каждый день они ходили за водой. У бабки были каждый день они ходили за водой. У бабушки были ведра большие, у внучки поменьше. У курочки с огуречек. У мышки с наперсток. А наперсток это какой? Наперсток это наперсток на пальце сдевают, такая металлическая, как ядро, но металлическое, чтобы иголочку прокалывать и палец не кололся. Он железный наперсток. Наверное, нету наперстка у бабушки был. Как шапочка на палец железная. Понятно. Олег, сюда подошел. Все, готовься. Подошел сюда, быстро, бегом. Да. Ты уже написал, покажи мне эту бумагу. Я взял бумагу, диктуй. Я уже продиктовала. Я сказал, что сейчас возьму ручку. Так, ладно, все, потом. Значит, сейчас ты отменяешь ворота, если с мусором вынесешь. Написал? Алло. У меня нет ручек, подожди. Подойди ближе сюда. У меня нет ручек, подожди. Еще раз. Потому что иди. Не смей ее ручек. Гонять. У меня нет ручек. Не моя, не проблема вообще это. У тебя есть стол, а здесь ручки. Ручек. Возьми себе десяток ручек и положи. Теперь диктуй. Хочешь молоко, хлеб купишь. Там это все в одной точке. После этого приучишься домой резко. Сядешь уроки делать. Понял? Ну да, в качестве нет. Напомни мне. А это как здесь улучшить качество? Она тухнет. И что мясо в морозилке какое есть? Лезь-то, несом. Бардаши, лезь. Эй, Алина, как приближать?